Всем известно, что единые государственные экзамены при их успешной сдаче открывают перед выпускниками двери высших учебных заведений, где, конечно же, ждут хороших абитуриентов. Но успешно сдать экзамены не так просто. Для того, чтобы узнать процедуру их сдачи, уже не первый год проводится всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которые, пройдя испытания, смогут поддержать своих детей. В год памяти и славы эта акция была посвящена 75-летию Великой Победы, а экзамен для мам и пап проводился по истории. Родители славянских выпускников были приглашены в 12-ю школу, чтобы не в теории, а на практике узнать, что ожидает их детей в ближайшем будущем. Они пришли сюда для того, чтобы почувствовать атмосферу экзамена, увидеть, как организуется и в каких условиях проводится ЕГЭ. Они давно уже вышли из школьных стен, и тем необычнее для них снова на время вернуться в прошлое. Для них интересно лично ознакомиться со всеми правилами и процедурами и убедиться в отсутствии надуманных сложностей. Цель акции – погрузить родителей в процедуру проведения, показать им, что, как, почему, что происходит внутри пункта проведения, как дети получают материалы, куда эти материалы после того, как ребенок написал экзамен, уходят, как эти материалы проверяются. То есть идея всей акции – рассказать общественности, в том числе и родителям наших выпускников, о том, что происходит в пункте проведения экзамена в день непосредственно самого экзамена. Родители попадают в те же условия, что и дети. Настолько они приближены к реальности. Особых секретов для успешной сдачи экзаменов нет. Необходимо добросовестно подготовиться, что уже обеспечит отличные шансы. И еще очень важно настроиться на спокойную и плодотворную работу на самом экзамене, надеяться на свои знания. Тяжело настроиться к этой сдаче. 11 лет сдавали экзамены, но этот очень ответственный экзамен, который определит всю будущую жизнь. Мой сын собирается поступать в военное училище. Это очень сложно еще в плане того, что экзамены и там придется сдавать. Лично для меня это, конечно, все новое. Мы в свое время ЕГЭ не сдавали, не знаем всю эту процедуру. Но всегда все интересно узнать изнутри, прочувствовать. И хочется прочувствовать, и как-то научиться, что ли, это волнение перебарывать. А тем самым помочь ребенку, потому что волнение ни его, ни мое экзамену не помогут. Вот сейчас на опыте прочувствуем и надеюсь, что да, это поможет. Обстановка на пункте проведения экзамена спокойная и доброжелательная. Все понятно и доступно объясняют. Главное – психологический настрой, и над ним нужно работать. Родители, принявшие участие в акции, смогли изнутри увидеть, как это – по-настоящему сдавать ЕГЭ. Своей уверенностью они поделятся со своими детьми, будущими выпускниками, с тем, чтобы облегчить им прохождение этого ответственного жизненного этапа. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».